И увидели замечательных людей. Как же нам не веселиться, не грустить от разных бед. Как же так? Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит в срок. У него свои заботы, начинается урок. Пап-пап, ва-па-ра-бре-пап-пап, 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 ва-па-ра-бре-пап-пап. Соло соседа! На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, отворилый будет он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекает. Спорят, что теперь играет вновь, кларнет или трубка. Пап-пап, ва-па-ра-бре-пап-пап, ва-па-ра-бре-пап-пап, ва-па-ра-бре-пап-пап. А теперь соло соседа с верхнего этажа. Засыпаю, если не услышу я. Друзья, кстати, вас снимает скрытая почти что камера. Улыбайтесь.